у меня плохая новость для вас. Почему-то доступ у меня закрыт. Доступ откроется через 58 дней, после этого вы снова можете выполнить заказы. Доступ к сервисам ограничен. Сутка подождал, вот вчера меня заблокировали. Я открыл свой аккаунт, когда у меня был узбекские права. Что надо сделать, если у вас там два права, узбекские, российские? Объединяйте, сделайте один аккаунт, берегите себя и своих близких. Это очень важно. Ассаламу алейкум, друзья! Вы на канале «Таксуем во Владивостоке». Я работаю в сфере такси, город Владивостоке. Сегодня у нас 24 июня, время 6 часов. Выходим на смену, друзья. Понедельник, пораньше, но есть у меня плохая новость для вас. Почему-то доступ у меня закрыт. Я не знаю, что случилось. Вот только что зашел в свое приложение. Вчера у меня был выходной, но доступ у меня закрыт. Не знаю. Сейчас написал уже в поддержку, будем уточнить, что там, как там, за что, за какие нарушения они заблокировали мой аккаунт на 2 месяца. Ну, непонятно. Я вот уже написал, здравствуйте, доброе утро, а почему у меня доступ закрыт? Вот. Доступ откроется через 58 дней, после этого вы снова можете выполнить заказы. Доступ к сервисам ограничен. Ну, не знаю, сейчас буду написать в поддержку. Именно не в Яндексе, на Эксперт Парк, и будем разбираться, что случилось, почему так. Если помните, я вам показывал свои достижения, здесь вообще сколько поездок я сделал? 535. Ну, у меня там были, я уже работаю в сфере такси, именно в Яндекс.Про, больше 3 года, и пятерки у меня были почти уже 20 тысяч. Поездки были больше 20 тысяч поездки. Но знаете что? Я просто добавил свой права. У меня же водительский был до этого узбекский. А я написал в поддержку, я получил российские права. И добавьте меня, пожалуйста. И все. Они добавили вот, рейтинг, уровень. Все как бы вернули, но достижения не вернули. Я им написал, они сказали, в течение 48 часов вам вернутся. Окей, я подождал, а вот выхожу сегодня с утра, вот такие вот. Пожалуйста, уточните, в каких парках и на каких автомобилях вы выполнили заказ за последний год. К сообщению, фотография водительского удостоверения с двух сторон и ваше фото с документом. Окей. Я отрабатывал основной на Эксперт Парк, Фортуна, Честный, Янтакси, Янтакси Плюс. А по поводу машин я изменил очень много раз. Последние 3 месяца я катаюсь на Toyota Prius, 51 кузов, S585, ТВ125. Я отправил свой водительское удостоверение, старый. И я им написал, единственное, я просто написал вам, что я получил российские права, и просто добавьте или измените в аккаунте. А что они делают, вот непонятно. Как может быть такое, когда человек работает, все четко, все отлично, и бах, он получил российские права и хочет добавить этот права на свой аккаунт, и его заблокируют. Вот, непонятно. Будем разбираться. Если я не могу, я сейчас буду звонить им. Вот с утра с хорошим настроением я вышел, чтобы отрабатывать, а вот, вот такие вот геморрои. Сейчас все решим, вернусь к вам. Окей. Если помните, у меня приоритет был 13. Почему? Потому что когда вы уже давно работаете в такси, и вам дают профессиональ. Короче, за год это получается 1 балл, за 2 года 2 балла, за 3 года 3 балла. А у меня был 13. А сейчас нету этого. Вот достижения все 0. Вот поездка на 5 баллов. 145. А у меня был там, знаете, сколько? Там почти уже 10 тысяч, если не больше. Ну-ка, сейчас стараемся вернуть. Если они вернуть, я вам буду показывать все. Без ваших фото с документов пересмотреть решение нельзя. Пожалуйста, отправьте. Я им отправил все свои документы. Это мой узбекский права. Я до этого работал с этой правой на аккаунте.
Это новое водительское удостоверение, которое я получил в Российской Федерации. Я просто попросил от вас изменить водительское удостоверение в аккаунте. Там был раньше узбекские права, теперь я хочу, чтобы было российские права. А вы сделали что? Заблокировали мой аккаунт, еще все достижения у меня пропали. Я уже работаю в сфере такси больше 3 года. Сделал больше 20 тысяч заказов, от них почти 15 заказов были на пятерке. Вот я помню, у меня достижения были почти там от 17 получено до 13 или 15. Пожалуйста, пришлите еще фото с документов. Какие документы? Права? Паспорт? 2 hours later. Чё там, друзья? Сегодня уже 25 числа, вторник. Я выхожу на смену, сутка подождал. Вот вчера меня заблокировали. Вы уже где-то 3-4 секунды назад, вы уже все знаете. Я в начале этого видео уже сказал, сегодня уже следующий день, вторник, я уже могу выйти на Лене, доступ открыто, все. Нету никаких ограничений, нету никаких проблем. За что меня заблокировали, давайте поподробнее я вам расскажу. Я открыл свой аккаунт, когда у меня был узбекские права. Просто я хотел добавить именно туда русские права, чтобы не было в дальнейшем проблемы. Потому что, если помните, Шамил, тот, который пацан, купил Мерседес, хотел выйти в бизнес-тариф, но ему не разрешили. Он прошел все там тесты, все там видеоинтервью, но у него были проблемы всего лишь водительские. У него узбекские права, ему сказали, что с узбекские права невозможно таксовать в бизнес-тариф. А я что хотел? Я хотел в дальнейшем, все равно я буду кататься в бизнесе, есть такие планы. Поэтому я соединил и сделал один аккаунт с узбекским и российским правой. А когда я отправлял российские права, в тот момент были там какие-то там сбои, ну они как-то думали, типа на узбекский аккаунт у меня добавлено другой, короче, водительский, и это как-то фальшивые. Я потом все объяснил, отправлял все документы, все данные. Они узнали, что с узбекские права, с российские права одно и то же человек в одном аккаунте хочет соединить оба. И так и сделали. Теперь у меня единственный аккаунт с российские права. Те, кто получили, друзья, российские права, обязательно делайте так же. Если вы открываете узбекские права на другом парке, русские права на другом парке, когда они будут узнавать этого, то есть Яндекс, вас может быть заблокировать на всю жизнь. Ну, поэтому будьте осторожны. Я хотел, чтобы это не получилось. Чтобы опережать этого момента, я отправлял свой водительский. Заранее написал, объяснил ситуацию. Ну, как-то они что-то не поняли. Хорошо, все решили. Теперь можно выйти на линию, друзья. Вам хорошего просмотра. Нам хорошей кассы сегодня. Вторник, время 9:25 уже. Помыл машину, прошел фотоконтроль. Все уже готово, все четко. По-прежнему у меня 5 таксопарков. Я могу кататься по мой району. Но сегодня буду работать днем. Посмотрим, как будет, что будет. Без разницы. Днем работаем, ночью работаем. Самое главное, чтобы работать и зарабатывать, друзья. Вы уже знаете, что делать. Пальцы вверх. Комментарий и подписка на мой канал обязательно. Мы начинаем сегодняшнюю смену. Поехали, друзья. Друзья, если вы в поисках надежного парка, то я вам рекомендую сертифицированный таксопарк Эксперт Парк. Я сам лично работаю в этом таксопарке и вам тоже рекомендую, чтобы работать, зарабатывать вместе с нами. Они подключают всех водителей из всех регионов, с Калининграда до города Владивостока. Всего лишь 50 рублей комиссия парка, это самый хороший вариант для всех водителей, тех, кто работает в такси. А если вы хотите работать на доставке, заказывайте термокороб. Термокороб доставляется по всей России бесплатно. 4 вида моменталок, вы можете выводить свои деньги в любое время. За приведенного друга можете зарабатывать 1000 рублей. Они начали сотрудничаться с парковых самозанятых. Они подключают самозанятых водителей. Эксперт парк 2.0. Не забирает ни копейки с недельных бонусы, цели, лужи. Ничего не забирает. Всего лишь будете платить 50 рублей. И работайте, зарабатывайте. Собственный колл-центр 24/7. Они отвечают на все ваши вопросы. Они решают любую проблему, даже если вас заблокировали. Я всегда вам рекомендую самого хорошего, надежного, одно из самых крупнейших таксопарков по всей России, Эксперт Парк. Подключайтесь. Все данные будут в описании, на экране тоже. Звоните, вам отвечает живой человек, а не какой-то там робот или бот.
Аккаунт у меня готов. Эксперт Парк. Вот в воскресенье у меня был выходной. Понедельник заблокировали, а вторник сегодня я уже выхожу. Все, достижения мне вернули, но не все достижения вернули. Как бы поездка на 5 баллов, здесь всего лишь 145. Ну, не знаю, что у них там в голове, но самое главное, мне вернули приоритет. Вот смотрите, эксперт 300 дней с поездками. Это самое главное для меня. Остальное все можно дальше отрабатывать. За эту неделю я выбрал 140 заказов. И за это получаю 4100 рублей. Дальше нету никаких там целей, бонусы. Все, теперь можно выйти на линии. Пока будем катать, пока еще утренний час пик. Эконом, комфорт, комфорт плюс. А дальше уже потом отключаем эконома. Будем катать только комфорт и комфорт плюс. Первый заказ с КФМ-90. Окей, принимаем. Ну, по радару показывает 130. 40 рублей отсюда тоже зарабатывает Яндекс. Все, все готово. На улице дождь, помыл машину. Самое главное, вовнутрь чисто. Можно катать комфорт плюса. И поехали. Едем, чтобы подаваться на первый заказ за сегодня. Надо пристегиваться. Завершаем поездку. В пути были 32 минуты. В центре вообще нету кэфа. Я отключил уже тариф эконома. Когда я уже почти подъехал, именно в тот момент мне дали заказ. Я пропустил. Минус 6 спа активнисты. Смотрите, что происходит. Че ты начинаешь тупить? Телефон. Радар опять пропал. Да ничего. Вот смотрите, в центре нету вообще кэфа. Я отключил эконома. Катаем только теперь комфорт и комфорт плюс. Надо работать. Завершаем поездку. В пути были 34 минуты. Приехали на Океанариум. 731 рублей по тарифу комфорт. Время у нас 19:45. Наверное, будем подождать. Обратно что-нибудь здесь будем ловить. У меня отключен эконом. Надо подключить тариф эконома. И будем ждать где-то 15-20 минут. И зайдем в приложение Максим. Может быть, оттуда что-нибудь поймаем. Чтобы не пусто. Ждем, ждем. Припаркую машину, чтобы никому не мешать. И какой-нибудь хороший заказ обратно все равно будет. По-любому. В Максиме тоже нету никакого заказа. Есть только вот этот заказ. Там по кампусам надо проехать. Нет, она того не стоит. Будем ждать что-нибудь. Луговая. Да, то есть... Ну-ка, второй, что? Район ДВФУ на Аякс. Нет, это тоже как бы вовнутри кампуса. Все там заказы вовнутри кампуса. Обновляем, будем установить. Будем ждать. Подождал там буквально там 5-10 минут. Смотрю по городу, горят хорошие кэфы. Здесь нету смысла подождать заказа. Потихоньку передвигаемся в сторону город и там будем дальше поработать. В основной обратной с океанариума будет заказ в 16:17. До этого момента просто ждать нету смысла, потому что каждая наша минута стоит деньги. Просто не надо потерять время на пустоту. Максимум надо зарабатывать за каждую нашу минуту. Поэтому передвигаюсь в сторону города и там дальше будем работать. Пока что эконом у нас подключен, но когда уже буду ближе к городу, надеюсь, что будет какой-нибудь заказ. Если не будет, то я отключаю эконома и дальше буду катать в комфорт и комфорт плюс в городе. Передвигаюсь пока в сторону города. Я принял вот такой заказ с главного корпуса Дальневосточного федерального университета. Посмотрим, кто выходит. Нажимаем на месте. Добавили там промежуточную точку. Нажимаем на месте. Посмотрим, куда мы едем. Союзная. Окей, нормально.
Завершаем поездку. В пути были 25 минут. Приехали на Союзное, на Переречке. Я, когда был уже в пути, отключил эконома. Мне дают заказ с КФМ 110 по тарифу комфорт. Принимаем. Завершаем эту поездку. 503 рубля. Нормально. Это был по тарифу эконом. Едем, чтобы подаваться на следующий заказ. Платное ожидание 11 минут. Я жду пассажира возле ТВИС, краснознамени 104А. Просто пассажир попросил добавить адрес. Я сказал, если добавите, мы можем ездить на вторую точку. И он добавил адрес. Ему было бы попроще, как бы я завершил бы заказ, ушел бы по делам, потом на следующем заказе. Он зашел бы, и там не было бы платного ожидания. И до выхода 4-5 минут можно было заказывать другой такси, и приехала бы так, машина. Не было бы лишнего расхода. Ну, пассажир сам так и хотел. Что сказать, будем подождать. Идет платное ожидание у нас. 385 рублей. Стоимость по счетчику растет до конца поездки. Поэтому, если вам скажут, куда-то надо зайти, или после этого адреса еще куда-то надо ехать, просто скажите, добавьте адрес и объясните, что как надо сделать. Потому что, когда человек добавляет остановку, именно в тот момент уже Яндекс неправильно рассчитает, потому что правильно все надо ставить. В первую очередь, куда надо идти, а потом конечный адрес. Именно точно такой же ситуация был. Пассажир добавил остановку, я сказал, на добавить остановку напишите краснознамени 104А, а в конечный адрес еще надо изменить Лесной переулок. И все. Сколько минут показывает? 4,2 километра 16 минут до следующего адреса. Ничего, будем кататься по тарифу комфорт, комфорт плюс. Если добавляются такие адреса, это нормально. Если там 3-4 адреса, то я не буду катать. Если пассажиры спрашивают, что можно ли добавить адрес, почему бы нет? Любой ваш каприз за ваши деньги. Да, правильно? Ну, что там, друзья? За сегодня я заканчиваю смену чуть пораньше. Время уже 19:00. Я сегодня на линии был 9 часов. За эти 9 часов я зарабатывал 6000 рублей за 20 заказов. Заканчиваю сегодняшнюю смену, завтра выхожу пораньше. Единственное, завтра надо сделать, просто заправить машину. А так уже все готово, можно выйти. Позывной готов, все четко, все отлично. Сегодня получилось вот такой у меня видеоролик. В основном я вам рассказывал по поводу блокировки. Что надо сделать, если у вас там два права, узбекский, российский, объединяйте, сделайте один аккаунт, чтобы не было проблемы, чтобы вас не заблокировали. Если вы открыли на узбекские права, ну до этого работали, если еще открыли на русские права в каком-то другом парке, и если это будет узнавать Яндекс, вас может быть заблокирует пожизненно. Поэтому, чтобы обойти этого, закройте все парки, тот, который открыли на русские права. И напишите в поддержку, чтобы добавили русские права в ваш аккаунт. Да, это займет, наверное, один день, как у меня. И самое главное, что у вас будет единственный аккаунт, и вы можете даже выйти, как бы работать в бизнес, в элит. На узбекские права вы это не можете. На русские права вы можете работать в бизнес-тарифе, элит, премиум, как удобно. Поэтому это был, наверное, сегодняшний выпуск вам полезный. Всем вам большое спасибо, друзья. В таком хорошем настроении я с вами попрощаюсь. До скорой встречи. Берегите себя и своих близких. Это очень важно. С вами был Мирджалол Касимов. До скорой встречи. Пока, ребята.